Кубань-Вино – одно из крупнейших предприятий по производству тихих и игристых вин. Сегодня представляет свою продукцию на Анапской выставке. Винодельня была основана в 1956 году. Работает по производству полного цикла. Собранные на собственных виноградниках ягоды напрямую попадают в переработку. Сегодня Кубань-Вино – это 3 собственных производственных площадки, почти 6 миллионов бутылок вина в год и более 8,5 тысяч гектаров виноградников. Новой вехой в развитии винодельческого дела стал на ноябрь 2017 года. В поселке Виноградный состоялась закладка первого камня Центра энологии и туризма, а также новой винодельни. Завод будет построен на месте старого винодельческого предприятия. Для его проектирования привлечены лучшие специалисты Италии и Франции. Винодельня Кубань-Вино представляет свои прекрасные вина для дегустации. И перспективы развития туристического направления у нас на ближайшие 3-4 года очень велики. В поселке Виноградном мы строим прекрасный завод, где будет еще и дополнительно туристический комплекс. Предприятие «Кубань-Вино» ценит доверие потребителей. Здесь установлено новейшее европейское оборудование и работают лучшие специалисты, прошедшие стажировку в Европе. Как результат, только за последние 10 лет винодельня получила более 500 наград на всероссийских и международных выставках. Руслан Душевский, Анапа, регион.